Гала-концертом завершился всероссийский конкурс народной песни «Орел сизокрылый». Вот уже более 20 лет он проходит на сцене Института культуры. У нас очень большое количество участников. Охвачены более 20 областей и регионов Российской Федерации. К нам присоединились Республика Крым, Донецкая Народная Республика в этом году. Ну и все наши города фактически из Центрального Федерального округа, Сибири, Алтая. География обширна. Главная идея конкурса – сохранение и популяризация русских народных песенных традиций. Свое мастерство в конкурсе показали более 200 коллективов. Гран-при получил сводный хор студентов кафедры народного пения Орловского института культуры.